Привет! Ты на канале KaiStreamer, и сегодня посмотрим свежую игрушку с дворфами, майнингом и стрельбой Boa Blasters. Игрушка вышла 8 марта и к текущему моменту набрала почти сотню положительных обзоров в Steam. Давайте посмотрим, давайте заценим. Я выбираю эту локацию. Так, топливо жрется. Посмотри, верхний угол. Триггер Special Ability. Так. Помогает тебе пробиваться через блоки, не получая урона. Для того, чтобы запустить обилку, жми пробел. Ух ты, блять, хорошо как. Так, майним. Золотишко. Собирай драгоценные камни, чтобы так получить валюту для перманентных апгрейдов. Как я понимаю, у нас три сердечка. Сейчас топливо закончится. О, смотри, там что-то по цене, наверное, платина какая-то. Хотя платина сейчас стоит херовенько. А были времена, когда стоило дороже. А очень давно намного дороже. Потому что не умели добывать. Продолжай копать. До тех пор, пока не достигнешь дна. Каждая область имеет специальную награду. Ух, хорошо как. У меня топливо сейчас закончится. А как же моя платина? Собирай драгоценные камни, также дают тебе временные апгрейды. Заполни этот бар, чтобы получить подобный. Не, надо возвращаться. Так, временный апгрейд. Топливо. Так, гемма attraction. Больше снарядов в секунду. Bullet range. Давайте больше снарядов в секунду. Ну, подтягивай, подтягивай. Все, топливо. Поднимаемся. Так, а куда тут лететь-то? А где топливо? А, топливо... Нет, оно все равно тратится. Так, когда у тебя закончится топливо, ты потеряешь гирокоптер. А что делать-то? Ну а куда мне лететь, ну? Ну кё... Смерть еще не конец. Потрать драгоценные камни и попробуй снова. Хрен ли у меня так мало топлива-то было? $39.53, он говорит, ну ты неудачник. Не, ну я-то думал, что надо вернуться. Try again. Все, просто копаем вниз, не отвлекаясь ни на что. Мы не тормозим ни перед чем. Давай быстрее, ёпта. О, вот видишь, здесь сундук. Не знаю, что это такое. Я обнаружил nice loot. Вот nice loot я знаю, что это такое. Down at the bottom. На дне морском. Ну или на каком-то дне. Говорит, короче, бери. Без него я не догадался.
Говорит, молодец, красавчик. О, успешный забег. Ты разблокировал хронокок. Не знаю, что это такое. Cooldown rate. Спешил обилки. Так, техник. Так, количество снарядов, выпускаемых в секунду. Урон от снаряда. Дальность. Магнит. Cooldown speed. Больше зарабатывать камней. Lifetime duration. Ну это, наверное, и есть топливо. Ну давай вот эту штуку. Он мне советует наверх идти? То есть задача просверлить до дна. И параллельно еще так. Коптер жрет горючку слишком быстро. Мы починим это позднее. Но сейчас тебе нужно что-то с какими-то блоками горючки. Разбей их, наверное, и получи топливо. Ну, золото надо забрать. Отлично, фьюэл. Птичка, птичка, птичка. Вовсе не медведь. Нихера себе. Так, за платиной. Блин, как тяжело майниться. Так, мне еще одну бутылочку надо. О, собрал. Квест completed. Так, ну я еще хочу собрать бабла. Это отличная работа, приятель. Короче, говорит, наверное, пособирай еще вкусняшек. Только вот твое разрешение мне и нужно, дядь. Выбери временный апгрейд. Урон. Ability cooldown. Притягивание. Давай ability cooldown. Замочил. А чё так темно-то? Говорит, направо иди. А, вот видишь, я хпшку потерял. Протаранил. Говорит, молодец, красава. Говорит, бомбочка. Время от времени бросаешь бомбы. Ну, видимо, со своего этого пепелаца. Так, хпшка.
увеличивается. Больше снаряд. Ну давайте вот. Так, подожди-ка. Ну все. А жить такой маленькой. А, маленькая. Не, ничего, да? Так, он говорит, я вижу блоки, которые имеют потенциал к взрыву. А не беспокойся, взрыв не заденет тебя. Смотри, сколько золота. Непонятно, нужно мне вот к нему и стремиться. Больше снарядов. Кидать бомбочки. Дай больше снарядов. О, неплохо, неплохо. Так, топливо. Ну, пошел отсюда, щенок. А это взрывается херня? Да. А это прям мощно взрывается? Зашибись. Хорошо. Только у меня топливо-то все-таки тратится. Да пошел ты. Что-то темно как-то. Короче, он говорит, интересно, что там, наверное, внизу. Наше направление вот сюда. Так. Все, ну миссия выполнена. Тоже неплохо. Просто хотел забрать наверху. Здесь тебя не спрашивают. Хочешь ты что-то дособирать или нет? Так, зарядка глубины. Роняет какой-то автономный модуль со сверлом, который делает шахты. Наверное, так. Ну все, паразику почти взял, кроме вот этой штуки. Но это, конечно, супер ценное. Мы его возьмем в следующий раз. Морозный. Так, что тоже со взрывчаткой. Блин, как будто цепочка взрывов может быть. Так, а вот это что за штука? Это супер ценное что-то? Баблишка. Больше снарядов.
А, у меня миссия 10 вот таких красненьких уничтожить. Может, мне не надо глубоко тогда идти? Ну давайте вот эту штуку ронять. Блин, у меня горючка закончится сейчас. Ты не видел бутылочек? У меня нет пути назад, только вперед. Так, еще два блока. Какой-то Discovery. Так, ну миссия выполнена. Так, топливо, да? Еще топливо. Так, огромный потенциал он какой-то видит. Я ни хрена не вижу. Тут темно. Потенциал он видит. Ни хера себе, я КПшки потерял. Одно сердечко осталось. А, вот в ту сторону надо идти. Блять, заканчивается топливо. Да иди ты. Быстрее, быстрее, быстрее. Дядь, быстрее, ну быстрее. Да, блядь, иди отсюда нахер. Ну как так-то, ну как так-то, ну как так. Ну прощелкал, да, прощелкал. Ну, кстати, неплохо я заработал. Ну а, так. Питак у меня есть. Ну-ка, дай-ка возьму мультипликатор тогда. Ну-ка, еще разочек. Никто не забыт и ничто не забыто. Дайте урон посмотрим. Урон один и стал тоже один, прикинь. Замечательный урон. Вот именно поэтому я в прошлый раз и не брал. А, мне просто нужно спуститься вниз. Меня-то не требуется многого. Ну пошли отсюда, твари мерзкие. Я все вижу. Иногда кажется, что это просто полости. Ты здесь просто полости будешь. Направо. Ну, направо так направо. Он меня сбил с толку. Давай, давай, иди, пошел отсюда.
Все четко. И 6 косарей заработал. Орбитальный боевой топор. Ну-ка, давай-ка еще вот эту штуку. А эту я так и не взял. А почему? Что-то я не вкурил. А, я вот эту взял. Я взял, наверное, кулдаун. Все перепутал. Ну, как обычно. Нормально. Ну, короче, денег нет. Ну, вы держитесь. Смотри, какой-то зверек. Сейчас мы простые миссии выполним. Он говорит, сделал мне одолжение, какой-то гриб найден недалеко от, наверное, нижнего уровня пещер. Найди два мне и отрапортуй. Понял, нет? Неплохо, неплохо. Так, топливо. Охренеть тут просто. Топливо взять. Жарко, чё ты, ёпта. Новый биом. Тут мне здесь не нравится. Да иди ты с... Это вот из этих глазков стреляет? Ну, я, нахрен мне эти грибочки сдались. Сдались тебе эти макароны. Ну, пошел отсюда, щенок. Грибок нашел один. Должен был упомянуть, это для короля. Но давление, ну, не хочу на тебя давить. Да иди ты. Ну, такое ощущение, что я недостаточно хорошо прокачан, сука. Говорит, все отлично, теперь свою задницу спасай. Ну. Сука, топлива нет.
Да иди ты. Ну, грамотно и четко все. А бабки самокопеечные. Помог королю. Сделал подгон ему царский. А благодарность непонятная. Так, где мультипликатор вкусняшек? Вот этот вот за 5 костарей. А почему-то вот это горит желтеньким. Кого-то я что-то здесь не сделал, что ли? Просто надо посмотреть, а что я здесь не сделал? Вообще, как это вообще возможно? Я тут что-то не сделал. Ну, какой-то детской миссии. А я тут могу умудриться еще сдохнуть. Вообще здорово. Это самая первая миссия. Типа я тут что-то. А может просто она и подсвечивается, как типа самая первая. Обычные блоки тоже могут содержать камни. Ну, по-моему, тут ничего нет. Надо идти брать сундук и завершать. Несмотря ни на что, я заработал. Притом прилично. Так, 4 косаря. Куда можно присунуть их? Урон. Давайте увеличим. Так, это была стартовая миссия. Значит, вот это... Наверное, логично. Это Гуннар? Тот, кто притащил грибочки назад, послушай. Какой-то гирокоптер здесь, видимо, разбился очень много времени назад. Притащи их домой. Или вообще не возвращайся. Ты с кем говоришь? А, это фрагменты крушения. Ну, стал он, кстати, здорово уже стрелять. Вообще на изи. Отличная работа. Говорит, сожалею, что нагрубил тебя.
Да вроде тут супер ценного-то ничего нет. Выгоднее, наверное, идти на следующую миссию. Вот здесь только надо забрать вкусняшки. Ну подтягивай, подтягивай, но... Или так, и поиздевательски просто насыпали. Да, на 5 косарей уже ничего не купишь. Bullet Ranch. Ну давай Bullet Ranch тоже возьмем. Так, какой-то сигнал. Недавняя какая-то битва была. Тебе надо расследовать. Кому, если не мне? Короче, какие-то гоблин settlements поблизости находятся. Ну, типа поселение или что-то такое. А, гоблин settlements рядом с местом битвы. Так что он говорит, будь осторожен. Смотри внимательно. Я настолько внимательный, что просто ухерачился в обычную стену. О, мы что-то нашли. Так. Кто там? Вы нашли мое местонахождение. Эти гоблины остались без прощального подарка. Пули в мозг. Так, ну и что, мы должны пулю в мозг кому-то, сука? Кто ты, черт возьми, такой? Ну или возомнился кем? Ржавый корабль у тебя. Говорит, пацаны, взять его. Доигрались, думали, все ржавое. А теперь ноют. Так, ну подожди, а нам еще что-то надо взять? Может, мы что-то найдем, какие-то вкусняшки тут? Да иди ты! Ну, по-моему, тут нет ни хрена такого ценного, ради чего тратить время. Так, Blast Wave периодически выпускает корабль. Ну, видимо. Давайте урон. Я думаю, здесь нам сложновато будет. Ну, просто если идти вот в каком-то одном направлении. Надо по чуть-чуть расчищать площадку. Хорошо, друг. База... Где-то поблизости.
Короче, что-то доберись и, наверное, выручи нас. А там немного гоблинов пострелять. Да это мы на изи. Что-то они там между собой трут. Вот технологии-то у гоблина. Смеялись, смеялись над гоблинами. А они он через стены проходят. Ну давай посмотрим, что такое и мид бласт какой-то. Время от времени. Ну, кстати, неплохо. Смотри, свиток. Отличная работа. А, доберись, ну, видимо, надо ее спасти. Говорит, доберись до сюда как можно быстрее. Докуда только непонятно. Ну, я докуда-то добрался. Это точно. Ну, стрелочек не было, значит, квест выполнен. Рикошет. А, снаряды отражаются от блоков и противников, но занижается файррейт. 5 косарей, ну это смешно просто. Ведь тебе не положено здесь быть, это наш лагерь. Мой пепелац помощнее будет, дядь. Видел, как я им домик снес? А, 10 домиков надо снести. Не очень, конечно, завернул я. Видишь, как дом в укрытии в таком. И блоки так легко не берутся. Ну как так-то? Ну я же должен был еще в это состояние бессмертия пробить. А он этим левелапом мне все сбил. Это кто это меня? Сука, что это за дымок такой? Ну нахер. Я не хочу здесь тусоваться. Говнюк. А хер ли столько этого дымка-то? Вонючки какие-то навоняли. А потом у нас климат меняется.
Три домика еще. Блять, топлива уже нет. Вот суки. Нет, 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 нет. Ну-ка, а сколько у меня баблишка? Десяточка. Не хватает, все время что-то не хватает. Ненавижу, конечно, что-то не хватает. Так, ну давайте еще разочек. Дядя твой этот пепелат сейчас. Тут чё наш? Да, желание еще собрать немножко баблишка. Блин, какое попадание. Просто протаранил его домик. Ну а что, на этой глубине больше домиков нет? Снаряды отражаются. Дайте просто урон увеличимость. Урон единица, ну фигня какая-то. Смешно же просто. 10 раз увеличил урон, а урон единица. Ну может это, конечно, по породе именно урон единица. Ну все равно можно было и по породе бы увеличить. Ну, короче, топлива у меня опять нет. И непонятно, что с этим топливом делать. Ну, я 7 домиков не разрушу. Они же мне мешают. Блять, просто. Труднодоступный домик я уничтожил. Хрена лысого вам. Где еще домики-то? Нет, топлива нет. Сука. Одного домика не хватило. Ну ты подумай, ну как так-то? Ну как так-то? Ну где-нибудь домик поставь, падла. Один домик. Нам не засчитает. Или засчитает? Так, что бы нам взять? Магнитик. Ну, вроде как с магнитиком проблем-то нет. Больше камней. А, да, он не засчитал. А, нет, засчитал.
А это вся карта, вот это вот все миссии. Их не так много, в общем-то. Они такие довольно коротенькие. Ну, правда, может, каждая последующая намного сложнее. Так, вот сюда сходим еще. А, 10. Видишь, я должен выполнить этот квест. Хоть на какой-то локации. Надо на самый простой. Ну, у меня оружие недостаточно сильное. Тут не видно ни хера уже, такая темень. Ну а где домики-то этих утырков? Сука, прям со спины. Подло как. Да ни хера не могу разрушить. Не, у меня ни топлива, ничего нет. Качаться еще надо. На крысах. Но топливо-то редко дают. Но я был близок хотя бы к дну. Очень близок. Так, а что у нас тут с топливом? Вот, flight time duration. Ну хорошо, это сложно. А что тут попроще-то? Для нубасов. Это морозные уровни, морозные. Ну давай вот здесь посмотрим. Да, видишь, везде надо 10 домиков. Пока не справишься. О, неплохо, неплохо. Да, но эта локация-то попроще как-то выглядит. Сейчас мы эти пепелацы только уничтожим, сука. Вот это уже четвертый домик.
штука. Прорастает все время. Не могу понять, куда тут. Ага, ну, хотя бы шестой домик виден. Давай бомбочки бросай. А, вот смотри, топливо. Да, бросать бомбочки здорово. Реально помогает. Да, но это прям более простая локация. Прям ощутимо. Тут еще и топливо дают. Может, конечно, и на других локациях давали, но я что-то не смог найти его. Все, всех замочил. И 11-й вам домик снизу нахрен. Это еще не конец. Босс тебя будет ждать. Прощай. Какой еще босс? Что, какой-то пепелас хрена? Всех замочу. Детонирующие снаряды. Так, взрываются, но замедляется темп стрельбы. Ну давай посмотрим. По-моему, неплохо. Сука. Просто окружают со всех сторон. Давай, давай, подтягивай, подтягивай все это дело. Четырнадцать косарей. Вот этот результат. Я подумал, что уже восстановилась обилка. Она не восстановилась. Бежим, бежим, бежим. Ну нахрен. С одним сердечком. Ну, неплохой улов. Так, разрывные снаряды на расстоянии что-то. Бумшафт, артиллерия какая-то. Так, ну ладно. Можно еще увеличить количество бензина. Давай. Так, 7 косарей есть куда засунуть? Магнитик. Давайте магнитик возьмем. Ну что ж, любопытная игрушка. В принципе, можно еще поиграть. Давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи. Всем пока.